Есть, кстати, один плюсик в том, что наконец-то вот сейчас я выбрался хоть в какой-то город. Сейчас, в принципе, утро вроде. Ага. Возможно, до того, как я дойду до крипты ночной пустоты, солнце все-таки поднимется. Хотя уже, да, как бы уже, в принципе, такое раннее утро, как будто кто-то очень сильно хочет напасть. Почему у меня такое ощущение? Очень редко бегаю в этих местах, просто потому что... А, ну волк, естественно. Что же еще может быть? Дружок. А он не хочет. Это удивительно, кстати. С чего это вдруг, да? Испугались чего-то побольше. Такое как бы бывает. Я просто здесь особо, ну, вот я говорю, я тут не бегаю, потому что холодно. И обычно проще телепортами все решить, а здесь вот, поскольку далеко, настолько я не отходил от города, придется пробежаться. Вообще недалеко здесь было. Звуки здесь интересные. Так, а гора, наверное, мне нужна с правой стороны, да. Оно, не оно. Кстати, а я был здесь в итоге или нет? Я помню это место. По-моему... слушай, надо проверить. По-моему, был, да? Расширение, да-да-да-да-да-да-да. В целом... Стендер червь, да. Я просто помню эту пещеру. Помню, что здесь на меня напали. Я нашел дневник, и там... Господи, целая отдельная история была, короче, с этим связана. Кстати, вот еще одна, по факту, это демонстрация сезонов. Независимо от того, что сейчас как бы лето, да, именно по всему Тамриэлю, все равно вот Данстар, поскольку это северный город, здесь все равно всегда будет снег. Господа. А что произошло здесь? Кто-то еще? Что это ты делаешь, а? Я не делаю ничего. Чего, ну, стоило бы делать мимо проходящему наемнику, или не знаю, кто это. Журнал Вейлен. Да, я думаю, это сработает, это заняло больше времени, чем я планировал, или ла, но я думаю, что оно сработает очень даже неплохо. Мы собирались учиться у мастера в Морфоле, но он отказал нам, поэтому нам придется убедить его, что мы все-таки полезны. Теперь, если я хоть что-то, чему-то научил Лася, как призыватель, то это то, что всегда нужно больше пустых камней. Душ. Половина наших заклинаний зависит от них. В конце концов, вы будете удивлены, насколько быстро практикующий колдун может истратить все свои запасы. Даже колоссельмы приходится постоянно восстанавливать ресурсы, а он, ну, наполовину колдун, каким был когда-то мастер. Когда-либо, точнее. Поэтому я подумал, Илила, что, может быть, мы просто пойдем по его
пути. Потому что наверняка мастер будет брать учеников. Так, а тут что-то полезное-то есть. It'd be better, нравится Маркард. Ну, в любом случае... Они уже, да, не живы, мне очень холодно. Видимо, там по вот этому торговому пути можно найти еще другие журналы. Возможно, выйти на этого мастера. Ну ладно, мне, меня сейчас интересует крипта, в первую очередь. Которая, кстати, должна быть уже вроде как где-то здесь. Но это просто подъем. А я поднимусь здесь, надеюсь? О, нет. Здесь нет нормального подъема. Это очень крутой склон. Типа, может быть, конечно, но... Как-то сомневаюсь. Да, вот здесь вот точно проблем будет. Не, я могу вот так вот попытаться, конечно, залезть. О, подожди, это работает. Ну-ка. Давай, я типа карабкаюсь. Я же поднимаюсь. Очень холодно. Очень холодно. Давай, 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 давай. У меня было, конечно, где-то заклинание, которое согревает на время, но если я сейчас зайду в пещеру, то это не важно. Ну что, у меня теплая броня, я не знаю, в чем проблема. Ну не прям теплая, но полный сет, знаешь. Там есть мех. Это я прям очень недолюбливаю подобные подъемы. Потому что либо есть нормальный путь, либо приходится карабкаться реально вот так вот руками. Ладно, нормально. Оно? Надеюсь, вампиров нет сразу на подходе. Ну, чей-то факел. Надеюсь, не моего спутника, который прийти сюда должен вместе со мной. Так, лук, кстати, против них будет, наверное, мало эффективен, потому что все-таки вампиры. А что, все, у меня лампа не работает больше. Лампа замерзла. Дозорные никогда не знают, когда пора сдаваться. А мне казалось, вы преподали им хороший урок у них в зале. Прийти сюда в одиночку. Тупица, как и все они. Но сражался он хорошо. С Джероном и Бризотом на раз справился. Эти двое получили по заслугам. Их заносчивость уже стала надоедать. От всех этих разговоров жажда проснулась. Может, скоро еще какой дозорный появится? Хоть бы Локил поторопился. Мне не терпится вернуться в замок и рассказать Харкону, какому ничтожеству он доверил это задание. А мне не терпится рассказать Локилу о твоей неверности. Абсолютная правда. Я был на 100% в этом уверен. Но она не побитая хотя бы. О, перекусить не повредит. Попасть не повредит. Ну-ка. Ну да, короче, проблема в том, что у них иммунитета. Это значит, что я очень вовремя нашел меч, который буквально горит. Надо было бежать, пока... Да что ты? Ребята, я вас игнорировал, но как бы это не может продолжаться вечно. Ошейник нужен в музее зачем-то, хорошо. Блайт. Окей, возьму. Меня, конечно, посещали уже мысли на тему того, что может быть на какой-то промежуток времени или в принципе... Все-таки вернуться обратно к такой более конкретной именно магической форме, магическому снаряжению. Просто почему? Потому что, я не знаю, как-то мой подход к прокачке в итоге привел к тому, что я достаточно сильно пользуюсь заклинаниями всеми, какими хочу. Вот просто буквально. Ну, чуть ли не любой школы. Понятно, я там иллюзию немного не докачал, но это не важно.
ты в итоге, ну, понятно, что приходится рано или поздно пользоваться этими заклинаниями, но... Как бы перейдя к вот к более каким-то интересным именно ближнего боя оружию. Ходит так, что это не так эффективно, как просто тупо мои заклинания. В итоге я как бы, ну, не пользуюсь тем, что эффективно. Если это имеет какой-то смысл. Так, а как мне это открыть? Где-то должен быть здесь... Так, они убили дозорного. Ух, какая у него броня-то была хорошая, слушай. 9000 за молот. Интересно, за сколько я смогу его продать. Так, погоди, хорошо, а как это открыть-то? Это как бы, ну, не шутка. Где-то здесь есть рычаг, который пропустил. А, действительно. Сливают с окружением, у меня еще вот этот вот эффект от холода. Неприятный. Надо согреться. Здесь вампиры, да? Не согреешься им, как-то плевать на холод. Ну ничего. Я не понимаю, что с фонарями произошло здесь. Конечно, освещение так-то есть. Кто меня видит? Ребят, давайте идите сюда сразу все. Ты их призвала? Нет, не она их призвала. Ага. Так, это я заберу. Стрелы я заберу. Качественная броня вампиров, значит. Такое мне не надо. Вообще, гениальный план, смотри, в правую руку меч крестоносца, в левую руку какой-нибудь дартс, наверное, будет неплох. Угу. Мне кажется, здесь это поэффективнее будет. Здесь такое ощущение, что... Оу. Может, мне мешать? Не обращай на меня внимания. Вам это не должно быть интересно. Кстати, где-то у меня был крик. Так, только он должен типа работать, да, в помещении. А был уже, или я его не поставил? Не, воплощение дракона, конечно, тоже неплохо. Огненный крик где-то был, я, конечно, не знаю, он, наверное, не так поможет. Не так в целом эффективен будет против вампиров, которые... Ну, сейчас она хорошо прям потерпела, я бы сказал. Ч
Короче, у меня плоть очень мало держится, по ощущениям. Слушай, либо... либо... сейчас я проверю, это оно или нет. Нет, это как раз таки взрыв. Это не то. Чё я постоянно путаю, как они называются? Нет, ну это не оно. Дартс, плащ, нет, нет. Мастерский спелл, который... это? Ладно, неважно. Хотя нет, возьму вот этот пока. Там просто у меня, поскольку... снаряжение никак не помогает с заклинаниями, с магией. У меня типа мана не бесконечная здесь. Поэтому более дорогие заклинания просто не могу использовать. Но вот что-то в этом духе. Было бы неплохо, да? Ух, твою мать. Да сейчас. Так, нет, это все еще не то, правда, заклинание. Но это не Flame Strike. Возможно, это правда. Тут уже, конечно, хватит ли на это маны, да? Оно? Вот, по-моему... по-моему, оно, но это... а, это то же самое, подожди. Типа, это... а, ну да, это поток, но он мастерский, он с двух рук. Я сначала жду каста, а потом... да, вот я вот это хотел, но да, но у меня так не получится сделать. Ну окей, тогда... по классике. Кстати, очень интересно, где там мой союзник, который сказал, что да, я приду вместе с тобой. Теперь ты умрёшь. Сомневаюсь. Слушай, я очень вовремя нашел этот меч. Причем он так выглядит, вот именно когда я его использую, да, вот это... этот огненный эффект. Ему даже внешний вид менять не надо. Это правда выглядит как типа средство избавляться от вампиров. Кто-нибудь еще? Там кто-то есть. А ты где, друг? Оу. Мастер-вампир. Нравится? Вся мана на это уходит, просто вся. Слушай, очень много забытых заклинаний нахожу. Там надо будет тоже посмотреть, поизучать. Может, что-то найду новое, интересное. Ну, просто это уже, наверное, делается как бы не в процессе, да? Я не скажу тебе ни слова, вампир. Моя клятва Стендару сильнее, чем любые страдания, которые ты заставишь меня выпить. Я тебе верю, зазорный. И не думаю, что ты вообще знаешь, что тебе удалось найти. Так что ступай навстречу со своим возлюбленным Стендаром. Это сама точно тебе было разумно, Локи. Он мог бы нам что-нибудь рассказать. А знаешь, что еще будет, кстати, очень неплохо?
Вот это. Не вы одни умеете призывать всякое дерьмо, ребятки. Давай вперед. Вот она с ними разберется. Перекуси. Да что-то. Далеко собралась-то? Подруга. Так, Дефгард это у меня уже есть. Я говорю, надо будет почитать. Там могут быть очень интересные вещи. Запись о крипте ночной пустоты, том 3. Но это не... Да, это не связано с текущими событиями, это просто информация. Мне повезло, конечно, дозорному. Блин, воплощение дракона без последнего третьего слова выглядит никак. К сожалению. Где? А. Неважно. Не толкается. Не толкается, а куда толкается? Надо подойти сначала. Разумно ли это делать? Очевидно, нет. Так, и, видимо, теперь я могу это делать, да? А. Может, все-таки вперед? Угу. Любопытство, но... И много губит, да? Но это все еще любопытство. Ну, типа, я не знаю, почему они со мной не пошли все еще. Ну, возможно, это и к лучшему, потому что новичок бы там точно не вывез. В этом я уверен на 100%. А, именно это не срабатывает. А еще ближе, нет? Но можно дальше убрать. А-а-а. Так, какая-нибудь еще. Вот это, наверное, в дальнюю надо убрать, да? Это в дальнюю, это сюда. И все вроде. Где те, кто тебя послал? A man named Isran. Я не знаю, кто это. А он, как я? What do you mean, like you? А разве с первого взгляда не видно? Вампир. Why were you locked away like this? Это довольно сложно. И я не совсем уверена, что могу тебе доверять. Но если ты хочешь узнать всю историю, помоги мне добраться до дома, туда, где живет моя семья. Where do you need to go? Моя семья жила на острове к западу от Солитюда. Интересно, там ли они еще? Кстати, меня зовут Сирана. Приятно познакомиться. Is that an Elder Scroll? Да, свиток. И он мой. Why do you have an Elder Scroll? Это довольно сложно. Я не могу об этом говорить. Прости. Tell me about your home. Он на острове около Солитюда.
Надеюсь, мы найдем лодку, чтобы туда добраться. Спасибо это за информацию. Дом моей семьи. Не самое приятное место, но, возможно, мне там будет безопасно. Зависит от ситуации. Why wouldn't you be safe there? Скажем так, мои мама и папа слегка поссорились. Не беспокойся, мне ничего не грозит. Просто будет неприятно столкнуться с отцом. Ну, то есть это вампир, который не хочет с другими вампирами. Any idea how to get out of here? Твои догадки ничем не хуже моих. Здесь все так изменилось с тех пор, как я была тут в последний раз. И как долго ты здесь была? Хороший вопрос. Трудно сказать. Я просто не знаю. Похоже, что довольно давно. Кто в Скайриме верховный король? That's actually a matter for debate. О, чудесно. Война за трон. Приятно знать, что мир не поскучнел за время моего отсутствия. И кто же претенденты? The Empire supports Elisif, but there are many in Skyrim loyal to Ulfric. Империя? Какая империя? The Empire from Cyrodiil. Сирадил, это империя? Похоже, меня не было дольше, чем я думала. И уж точно дольше, чем мы планировали. Пожалуйста, давай поторопимся. Мне надо поскорее домой выяснить, что случилось. Ладно. Вопросы потом, видимо. Пошли со мной. Драться, надеюсь, ты не забыла, как. Да, важная, кстати, ремарка, по-моему. Подожди. Тебе что-нибудь нужно? У нее тут не... А, да, короче, есть у Сираночки некоторые штуки, которые заставляют ее иногда тоже, вон, да, говорить на английском. Она чуть... с чуть более расширенным языковым пакетом, так сказать. Но она тоже, она иногда будет давать комментарии, типа, на английском, иногда на русском. Я не вижу здесь ни черта, почему фонари не работают? О, господи, она тоже поднимает трупы, какая прелесть. Так, летучая мышь, иди отсюда. Это выход, это не выход. Где выход? Почему здесь нет никакого освещения? Почему даже мой меч здесь не работает? Потому что это крипта ночной пустоты, да, здесь не может быть света. Это, кстати, могло бы ответить на этот вопрос, кажется, на самом деле. Правильная дорога. Я была начала. Who's there? Я ни в чем уже не уверен. Так, а если мы сейчас выйдем днем, тебе будет нормально? Надеюсь. Ничего неожиданного не произойдет. Блин, кстати, вот такое... Такая комбинация, это же буквально то, с чего я начинал. Только сейчас у меня более... Боевое снаряжение, готовое к тому, чтобы просто драться. Ну видишь, да, магия стала слабее. Ну не прям слабее, но типа. Мне больше интересно, как я буду сейчас возвращаться к дозорным. Здрасте, вы... Господи, он будет теперь ходить за нами и издавать эти звуки, да, какая прелесть. Здравствуйте, вы отправили меня в эту крипту, чтобы я там избавился от вампирской угрозы. Я там нашел древнего вампира, которого закрыли по какой-то причине. Я привел ее сюда. Ну, если ты ничего не слышала, то это проблема.
Тут надо не слышать, надо видеть. Обожаю военачальников. Все? Вроде все. Эбонитовая броня. Смехом. Блин, ну вот жаль, что эбонитовая тяжелая. Мне кажется, эбонитовая на Нове очень хорошо бы смотрелась. Она не могла поднять кого-нибудь, я не знаю, или просто призвать. Я поэтому призываю, я не занимаюсь некромантией. Дружище, ты, конечно... Меч сел. Но он долго держался. Не, меч прям очень долго работал. Как раз сейчас отсюда выйдем, он даже уже не нужен будет на это время. Хотя... Учитывая, что я собираюсь идти в логово вампиров, возможно, ну чисто теоретически, стоит его зарядить, да? Так, а она солитюд сказала. В принципе, можно дойти. Я не уверен, что я хочу вести ее, короче, в музей, поэтому, наверное, придется пройтись. Ах, как хорошо снова дышать. А тебе нормально? Потрясающая погода. Видимо, ей нормально. Ой, камень заряженный, нет? Вдруг? Ну-ка. Мать, холодно, правда. Не, у меня нет заряженных камней. Это печально. А, ну ей-то плевать на холод, да, естественно. Да. Так. Куда мы с тобой идем? Далековато, причем даже от солитюда это будет далековато. Не то, чтобы мы далеко от солитюда сейчас. Ну, смотри. Дагон тут рядом, кстати. Прям совсем недалеко. Так, я хочу заклинание посмотреть. Если они у меня вообще... Вот. Так. Зачарованное... Это, ну, короче, призывное оружие земли. Которое... Подожди. А, нет, это то оружие, которое у меня в правой руке, оно будет заряжено землей, и у меня типа регенерация магии поднимется на 100% на 316 секунд. Что в целом неплохо. Призыв. И Blight Curse, ну что-то как-то типа... это проклинает цель 11 урона, ну там ядом, образно говоря, да, в секунду, в течение 12 секунд. Ну это как-то мало. Мало и слабо. Ну хотя, кстати, вот оружие я бы взял. А, которое... Это изменение было, да? Изменение, ну пойди найди его. Броня, существо, вот. Вот это оно. Ученик, кстати, оно ничего не будет стоить. Так, так, так. А где у меня изменения? Здесь. М. Бам. Пусть будет. Пусть будет. К слову, так, у меня где-то здесь есть команда стащения, сковать. Это все не то. А у меня же была вот иллюзия как раз. Тоже что-то, что было бы неплохо проверить, как будто. А, ну 30 секунд.
буквально, вообще буквально это практически ничего. Ну, типа, опять же, было бы неплохо добавить, я, наверное, так и сделаю. Но сильно эта погода не изменит. Даже если я с двух рук сейчас ее скастую, я, правда, не помню, могу я или нет. Могу. Господи, Сирана, ты... Можешь меня не пугать? Справишься? Справилась. Как мы с тобой будем спускаться? Ладно, мне придется, наверное, все-таки все равно с тобой сейчас перенести, потому что отсюда бежать будет очень долго. Очень мучительно. Там зомби какой-то ходит. Башня. Что это за башня? Знаешь ты, что это за башня? Ой, я знаю такие двери, кстати. Ага. Я же говорю, я знаю, что это такое. Возможно... Имеет смысл сделать так. Хотя бы с одной руки. Ага. Атронаха убить. Остальные мертвые, да? Ой, Сирана. Возможно, имеет смысл думать, да? Какие заклинания я использую рядом. Вот типичная ситуация произошла просто. Хрена себе. Топор. Ну, не скажу, что это было неожиданно, да? Цурбан Аликарца. Я просто говорю, я же был в таких местах уже неоднократно. Почему-то всегда в этих башнях призывают какую-то дрянь. Причем это просто Атронахи. Теневой Атронах. У меня теневого Атронаха нет, да? Сердце Доэдра. Септимы. Камни? Неужели у меня нет ни одного камня, который... Дождем. Который был бы заряжен пустой, великий... А, вот, заполненный... Ну, блин, великий. Ладно, потрачу, неважно. А, великий еще не до конца. Ну, понятно, просто очень, очень хорошее зачарование. А призыва нет? Темного этого... Атронаха. Ладно, на самом деле это мало имеет значения. Сундук. Сундук. Три великих черных, правда, но не важно. Солнечный луч. Такого я не знаю. Но изучим. Да. Ладно, все равно, короче, в целом. Не думаю, что произойдет что-то критическое, если я сейчас приведу ее в музей. Это не особо, знаешь, секретное место. Для того, чтобы напасть на музей, для этого надо напасть на Solitude. Блин, это, кстати, очень, очень хорошее стратегическое решение со стороны Ауриена так сделать. Чё ты внизу там делал? Ладно. Отсюда пойдем уже пешком. Можно даже будет сейчас, правда, некоторые вещи. 6200 я еще напродавал. У меня сейчас опять будет перевес, ну, естественно. Сейчас еще положу, да подожди. Может, как раз пару предметов сейчас скину, которые просто я взял дорогие. Потенциально дорогие, точнее. Что я хотел бы продать? Так, это нужно... топор я взял. Ой, этот молот за 9000. Он за 9000, конечно, не уйдет, но... Может, с другой стороны. Так, посох ужасного зомби. Зачем он у меня? По броне что-то есть соответствующее? Всякие вот эти амулеты, кольца я постоянно набираю. Они весят как реально, как моя жизнь. Просто 4 килограмма. Так, броня нужна. Но броню я сейчас еще уберу. Вон, драконьи кости надо убрать, как раз у меня будет это свободное место. Потом, ладно, покажу и сортировочный сундук. Солитюда, но не думала, что она такая большая. Да, это даже не мельница, это... Это помещение, где собраны все самые страшные артефакты, мне кажется, во всем том реле, и то еще не все.
Коллекция пополняется, так сказать. Так. Тоже по-быстрому. Раз, два, три. Все, наконец-то я не перегружен. Камни оставлю, а Ориену... Вот он опять сейчас такой. Куда-то ушла. За какими-то артефактами. Которые, ладно, нам она не нужны для музея. Втянулась в какую-то непонятную совершенно историю. Пришла с вампиршей. С древним свитком за спиной. Это все ради древнего свитка, на самом деле, да. Не сомневайтесь в этом. Кстати, абонитовый меч можно куда-нибудь скинуть. Что с ним таскаюсь, тоже место занимает. Так, амулет даунгардов. Это понятно. Фалмерский, гильдмастерский. Почему он не на мне? Броня крестоносца когда-нибудь, крестоносец будет собран весь. И там пара книг, по-моему, еще было. Угу. Так, почему амулет не на мне? Одевай. Так, заметки, ладно, сейчас он, короче, отсортируется и пойдем пешком. Ко времени есть. Я удивлен, что... Ну, типа, вампирам же, по идее, не прям... Они не тают на солнце, но им здесь не должно быть хорошо в то же время. А тут прям отдельный стенд для крестоносца. Интересно. Шлем, сапоги. Ну, видишь, мне надо было взять сначала благословение. В принципе, я всегда могу это делать здесь. В Солитьюде. Но это надо сначала быть уверенным, что у меня вообще сейчас будет возможность вернуться в крепость. Ну, то есть, я не знаю, я, конечно, я не собираюсь там помогать вампирам ни в коем случае. Просто я не знаю, что произойдет дальше. Как бы возможность, с одной стороны, все равно тащить к дозорным. К страж, точнее, не знаю, почему я называю их дозорными. Это не очень было бы мудрым решением, потому что они попытаются ее убить. Мне бы этого не хотелось. Я хочу разобраться, в чем дело. Потому что пока что то, что я вижу, это... То, что все равно надо убрать отсюда это дерево. Забываю постоянно. Просто они ее убьют. Ну, не выясняя ничего, никаких фактов. Не выясняя вообще, что происходит. Кто она такая... Что-то вообще так не так. То есть, ну, это закончится для нее просто плачевно. Это очевидно. А он все нашел кость. Сиран, ты со мной? Сиран со мной. Капюшон надел, это хорошо. Вот, но просто с другой стороны. Идти сейчас к... крепости вампиров, где будет много вампиров. Возможно, они знают, кто я. Я не знаю, как они отреагируют. Я не знаю, как они... Ну... Я не знаю. Я не могу знать. Но я вроде как помог ей. А может быть, им не понравится то, что я ей помог. Может, они хотели, чтобы она сидела в этой... В этом камне в вечность. Так, я почему-то перестала... Могу приблизить камеру, ну да и ладно. Лошади у Сирана наверняка нет, поэтому придется это пешком. Тут, в принципе, недалеко. Заодно хоть на виды посмотрим в кои-то веки. Опять, кстати, на зимние, правда, потому что это верхушка Солитьюда. Но вот здесь есть трава. И деревья. И все остальное.
Сирана, главное, молчаливая сегодня. Она ничего не говорит. Что тоже странновато. Хотя она несколько, предполагаю, сотен лет сидела в камне, наверное. Она пытается хотя бы понять вообще, что происходит. Как ей относиться ко всему, во что она сейчас попала. Я просто хотел найти доспехи, если честно. Мне просто были интересны доспехи крестоносца. Это кто такие? Туда мы не пойдем. Не знаю, кстати, как вот здесь. А, здесь я и не пройду. Ладно. Сейчас просто реально ходить с ней? Не понимаю, как все будут реагировать на человека с красными глазами. Вроде мимо прошли. Но она капюшон натянула, она умная. Стоит ли мне... Это очень странное озеро с очень странной какой-то женщиной просто по центру. Подожди, Сирана. Исприган здесь. Два, ну если что. Кто такая? Да. Я могу тебя взять с собой? I wish I could go with you. А она не может? Подожди. Hey, good to see you again. Со мной пойдешь? Ну что ж, идем? А, идем. А не с тобой? Интересную команду я собираю. Подожди, это уби... Алхимик. Дерерум де Ренис, но это... Понимаю, они тебя держали в заложниках здесь или что? А, это Сирана сделала, я думаю. Кто тут поднимает людей, да господи. А, смотри. Это, короче, Сирана подняла труп Альтмера, алхимика. Алхимик вызвал призрачного волка. Я понял, девочки, пошлите. Я найду вам место, наверное, в этой жизни. Просто говорю, это выглядело странно, она как будто была... С одной стороны, короче, сначала мне показалось, что она ждет, что к ней кто-то подойдет, чтобы там, не знаю, напасть, обокрасть, что-то нехорошее сделать. Кто здесь? Что здесь? Что это? А потом, короче, когда я видел сприганов, я думаю, может, сприганы не дают ей уйти отсюда. Ну, вроде нет. Ну, то есть сприганы просто ждали, что кто-то придет на труп алхимика, походу. Это единственное, на что они были готовы реагировать. Слушай, медведи, девочки, на медведя я бы на вашем месте не реагировал. Да. Ну, как бы... Так, только я не знаю, надо ее брать с собой или нет. Вот
сейчас начнется руины слева. Так, ладно, подожди. Надо сначала помочь Сиране. Или не помочь, но как минимум узнать, что происходит вообще. Был бы у меня способ связаться со стражами, было бы неплохо, но у меня его нет. Вот так вот сходу, просто моментально. Твой домик. Как будем спускаться, девочки? Морозная пещера. Вот так. Давайте за мной аккуратно. Там крепость была, кстати, с этими... С эльфами, короче. С талмарцами. Что с ними произошло сейчас? Вот в чем вопрос. Это кто здесь? Я помню это место, кстати. Они меня... Они меня держали здесь, суки. Ну не, это не талмарцы больше вроде. В любом случае, не до этого. Че, нападать готовы? Там бандит, я не вижу. Опять из-за холода размыло все. Так. Там еще будет холоднее. Это же говорю, это вампиры, им же плевать на тепло. Всем. Кстати, волшебница какая-то, может, и это в Винтерхолде куда-нибудь разместить. А почему я первый иду, Сирана? Просто интересно. Здрасте. Нам откроют. Так вот, пока мы не вошли. What's the matter? Я просто хотела поблагодарить тебя. Но когда попадем внутрь, я буду действовать сама. Я думаю, я знаю, твои друзья тут попросту бы всех перебили. Надеюсь, у тебя хватит ума ничего такого не делать. Теперь, когда мы внутри, давай не поднимать шума. Я пойду вперед. Леди Сирана вернулась! Открывайте ворота! Мне просто хватит мозгов понять, что, наверное, не все вампиры злые, но... Собственно, поэтому-то я не вернулся к страже. Просто чтобы понять... Да как ты смеешь входить сюда? Постой! Сирана? Это и вправду ты? Глазам своим не верю. Мой лорд, друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Поверить не могу. Вторая, кстати, не вошла. My long lost daughter returns at last. I trust you have my Elder Scroll. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Of course, I'm delighted to see you, my daughter. Must I really say the words aloud? Ah, if only your traitor mother were here. I would let her watch this reunion before putting her head on a spike. Now tell me, who is this stranger you have brought into our hall? Это мой спаситель, которому я обязана свободой.
For my daughter's safe return, you have my gratitude. Tell me, what is your name? I am Harkon, Lord of this court. By now, my daughter will have told you what we are. Как-то догадаться было достаточно легко. You're vampires. Not just vampires. We are among the oldest and most powerful vampires in Skyrim. For centuries we lived here, far from the cares of the world. All that ended when my wife betrayed me and stole away that which I valued most. What now? You have done me a great service, and now you must be rewarded. There is but one gift I can give that is equal in value to the Elder Scroll and my daughter. I offer you my blood. Take it and you will walk as a lion among sheep. Men will tremble at your approach, and you will never fear death again. А если я откажусь? Then you will be prey, like all mortals. I will spare your life this once, but you will be banished from this hall. Perhaps you still need convincing. Behold the power! This is the power that I offer. Now, make your choice. I don't want to become a vampire. I refuse your gift. So be it. You are prey, like all mortals. I banish you. Ну, объективно так будет получше, да? Где я? А, Сирана? А, и мы с тобой остались вдвоем, да? Лучше тебе не знать, что там было внутри. Лучше тебе не знать. Так. Теперь нужно вернуться к стражам. А для этого было бы неплохо сначала вернуться в Слитьют и взять благословение, наверное, даже не знаю. Не очень-то и хотелось на самом деле быть кем? Это же просто спавн вампирский, ну то есть это буквально это ничто. Это не что-то крутое, это просто сделал меня своим рабом. Да, он дал бы, конечно, силу, но питаться кровью не мой вайб, знаете. Новое не про это немного. Совсем, конечно, понятно, что делать дальше теперь, но как минимум я могу об этом рассказать. Я знаю, где находится логово древних вампиров, которые самые древние, самые сильные, самые вообще самые. Возможно, это даст какую-то наводку. Хотя я не знаю, их там было столько, что, ну, по-моему, если на них нападать, то это, ну, не очень тоже разумно будет. У стражи нет столько сил, у стражи нет столько людей. Вообще никого, я бы сказал. Но Сиран он как будто бы даже рад видеть, поэтому... Не знаю. С ней вроде все будет нормально. Просто вот я говорю, видишь, ну типа не все вампиры конченые мрази, но... Большинство это вот проблема. Просто так, если чисто гипотетически, вот будучи я вампиром. Ну да, ты вынужден питаться кровью, но ты же не обязан... Ты маг из коллегии, верно? Да, говорят, да, да. В последнее время тут все успокоилось. Ты же не обязан питаться просто кем попало. У тебя есть, ну, как минимум,
всякие бандиты, наемники, я их типа встречаю постоянно. Если они нападают на меня, ну как бы я же их убиваю, соответственно, ну типа был бы я вампиром, наверное, я бы питался ими просто. Так, сейчас мне надо вспомнить, где у меня была записка. Вот. Там были... Кто? Сапоги. Кинорет? Кинорет, получается. У вас здесь есть кинорет? Кинорет, окей. Это не кинорет, это я точно уверен. Вот это кинорет. Да, ну только не кинорет я не хочу принимать, я хочу просто вот, да. Все, теперь можно будет от Рифтона вернуться к страже. Забрать сапоги. Это так, это знаешь, это у меня хобби. Как я люблю... Как я люблю жилые помещения! Обожаю. Так, Рифтон. Я так делаю, потому что если пользоваться обычным перемещением на карте, то тогда как бы оно посчитает время, сколько бы я шел пешком, типа от точки до точки. Вот, и это, ну, не то чтобы что-то сломает, просто как-то это нелогично как будто бы делать. А так вот, пожалуйста, я в Рифтоне в это же время суток. Вот, я могу дойти пешком, а могу просто, как бы, ну, активировать нужно что-то? Быстрое перемещение. Ну, блин, какой Рифтон красивый в это время. Реально, я не знаю, я, типа, я хожу просто охреневаю с того, что... Как-то Нове не везло в последнее время перемещаться по поверхности, скажем так, в светлое время суток. И вот как теперь здесь хорошо. Но мне, к сожалению, сейчас сюда... Красную гору. И в пещеру тоже я зайду, получается. Так, но со мной... А где моя подруга? Вот она. Ты такой странный наряд. Ну что ты здесь ее оставить? Привел нового стража. Хочешь помогать избавляться от вампирской угрозы? Мне просто не нужны союзники все еще. Ну, на постоянной основе. Я хотел ее спасти от сприганов, это, видимо, ну, не понадобилось. Может, она думала, стояла, типа, подойти к этому алхимику или не подойти к этому алхимику. Такая, что происходит? Так, сейчас сначала в пещеру. О, ты кто такая? Это правда, что все болтают? Мол, Вайтрани поймали дракона, а ты его выпустила? Святые боги, женщина, зачем ты это сделала? Ну, вас этот дракон как-то мучает, может, сейчас, или что-то в этом духе, нет? Может, он как-то терроризирует город? Что при... Они уже здесь. А как они-то узнали? Чудовищ меньше. А после этого убеждать, что есть вампиры, которые, короче, не максимально отвратительны, будет проблематично, да? Сейчас, подожди, сапоги соберу. Это будет интересный диалог. Просто меня теперь интересует Сирана и свиток древний. Слушай, это реально крипта ночной пустоты, видишь, типа не позволяла свету распространяться, интересно. Вампиры? Такие вампиры. Ну типа им же не нужен свет. У них даже в крепости особо нет никаких источников, потому что у них усиленное темное зрение. Сапоги, дар кинорет улучшают заклинание школы восстановления разрушения, также умиротворяют всех животных. Ну, как бы... Опять же, носить не планирую, но пусть будет.
Блядь, женщина, зачем ты это сделала? Женщина, между прочим, спасла Тамриэль несколько раз. Где я? И заблудилась в пещере. Лавания. Кто такая? Она какой-то как будто жрец. Непонятно кого, непонятно откуда. Но говорить с ней нельзя. Я все еще здесь. Да, я понял. А, или нет. Ну, типа, да, с ней можно так на уровне... Let me know if you need anything. На уровне просто как компаньона. Кстати, я могу отправить ее... Подождем. Can I help you? Я могу тебя. Или не могу. Короче, не нужно тебе здесь быть, я думаю, так. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Вот, она будет дома. Я, правда, не знаю, какого дома. Да, я не знаю, какого дома, потому что у меня нет... Я забыл, как ее зовут. Как зовут женщину, которую дают в Вайтране? Ужас, как можно было забыть такую информацию, просто невероятно. Просто, типа, по идее, они могут быть в музее, но у меня в музее нет жилых помещений. Поэтому не знаю, какой именно дом там они не собираются оккупировать, но... Где-то, короче, найти ее можно будет. Древний лич. Оу. Ну. При всем при этом, может, он пригодится. Посмотрим. Солнечный луч же еще. У меня есть кое-какая информация.